В краевую больницу тем временем доставят 6 пострадавших в аварии под Козулькой. Вертолет с авиацией приземлился в Красноярске несколько минут назад. В общей сложности в больницах Козульки и Ачинска сейчас находятся 33 раненых. Из них 3 детей, многие в тяжелом состоянии. 2 детей находятся в реанимации. На помощь коллегам из Козульского района вылетели специалисты краевой больницы, среди которых хирурги, нейрохирурги и реанимационные бригады. Врачи говорят, как только им удастся стабилизировать состояние больных, Красноярск доставит еще как минимум 4 пострадавших. Сейчас они находятся в крайне тяжелом состоянии и нетранспортабельны. Это множественные и сочетанные повреждения, которые затрагивают и полостные образования, и кости, скелеты, и черепно-мозговые травмы. У одной пациентки серьезные нервные повреждения, связанные с обширным ожогом и черепно-мозговой травмой.